Опять они обжимаются. Не обжимаются, а обнимаются. А тебе что, завидно? Чего? Да они меня бесят. Да-да, вы уж подождите, когда я пройду, а потом целуйте, сколько влезет. Да хватит на нее пялиться. Или ты тоже не можешь ее забыть? Да не пялюсь я, просто мне ее жалко. А мы тут занимаемся. Понятно. Я вижу, как вы занимаетесь. Все гуляют, чтобы вам не мешать. Что ты в нем нашла? Он же обычный бабник. Все, забыли. Давай поцелуемся. Лучше замути с кем-нибудь. Ему назло. Точно! Замути с кем-нибудь. Вика, для тебя все что угодно. Ты лучшая. Спасибо. И тебе спасибо. Тут только один выход. Вам с Андреем просто надо временно не встречаться. Капец! Это случайно! Отстань! И ты из-за такой фигни расстраиваешься? Радуйся, что у вас все хорошо. Давай уже отсюда свалим. Зачем? Они меня не бесят и даже не мешают. Ну ты и тормоз. Может быть, они-то нам и не мешают, а вот мы тут даже и не в тему. Похоже, мы с Андреем сегодня идем в кино. А почему бы нет? Мы же друзья. А вы ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Пока!